Ну что, сезон арбузов у нас открыт. Арбузы у нас сейчас очень дорогие, по 55 за килограмм. Вот эта ягода не знаю сколько, но за все я заплатила почти 400. Но захотелось нам арбузика. Такая погода. Сегодня жара просто неимоверная. Гуляют все, мы тоже только-только пришли. Нашли книжечку про нашего президента. Или он, о нашем, не знаю, не читали. В общем, о Зеленском. За свободу души и тела. В чешском магазинчике. Готовимся к Кристинам. Купила такое полотенечко. Я думаю, оно Кристинам подойдет. В Пепка покупала. В общем, искала, но... Так, тут надо обрезать. Искала обычные полотенца, но как-то тут вот напряг. Вот у нас как-то везде не продаются. Здесь только пару магазинчиков и все. Выбор невелик был. Но я хотела такое розовенькое, более детское. Не хотела, но просто обычное взрослое полотенце. Насчет Кристин с крестиками полотенец вообще тут нет. Особенно с нашими как бы крестиками. То есть это, ну, у меня не было вообще первых много времени. Я бы, может быть, через интернет заказала. Но нам надо было вот так прийти и купить. То есть через интернет это был не вариант заказа. Так что купила, какое было полотенечко. А ну-ка, как оно тут? Я думаю, подойдет. Розовенькое для девочки, вообще шикарно. Как вы думаете? Я думаю, поместится. Куколка еще вот такая. Самая просто обычная. И так, хочу вам показать. Такой коробочек. Такой коробочек, а в коробочке вот такие маленькие сережечки. Они так переливаются. Это циркони, это не бриллианты. Камень цирконий, золото. Ну, обычное золото 585 пробы, 14 карат. Да, как бы ну, такие маленькие сережечки. Тут немножко больше грамма, по-моему. Думаю, на Кристины вполне такой хороший подарочек. Снимаешь? Снимаю. Всем приветик. 4 утра. Едем в Прагу. Да? Да. У нас важное событие в Праге будет. Потом расскажу вам. Так что едем в Прагу. На электричке опять. Я думала, на автобусе в этот раз поедем. Но поедем через электричку. У нас еще даже темно. О, наш автобус. Добрый нам. Да, вот. Да, Игорёчек, так и едем. Не выспался? Ну что, мы приехали в Прагу? Мы прибыли. Мы прибыли. Мы говорили, в этом году не поедем в Прагу. В результате мы снова в этом году в Праге. Не знаю, в который раз мы в Прагу. Мы уже тут много раз. Прям в туннеле заехали. Детишки выспались. Прибыли. Оказывается, мы еще не так хорошо знаем Прагу, ищем маршрут. Да. Покажи мне собачку, которую ты будешь дарить Милаше. Это собачка или мишка? Это кто? Собачка. Собачка? Ну что, мы его нашли. Это православный храм в Праге.
Ну да, вон на нашем что-то написано. Где? Ну вон. Сыны твои остались, ага. Да? Вон. Поэтому я думаю, это он. Она сейчас. Поднимаемся наверх. Тут тоже какие-то красивые здания. Храм Кирилла и Мефодия. Православный. Меня знаете, что удивляет больше всего? Женщины сюда сейчас заходят. Я вот наблюдаю, я еще пока не заходила, наблюдаю, что женщины заходят в штанах, то есть вообще, то есть в коротких штанах, таких типа лосинках каких-то, коротеньких велосипедочках. Я честно просто в шоке. Но здесь не такие строгие правила, как у нас в Украине по поводу посещения храма. То есть они заходят даже без платков, с непокрытой головой. Заходят в не в юбках, а в этих штанах. Я ж тут подготовилась. Юбка для меня, ну, на самом деле, это такое вот ответственное событие. И поэтому я подготовилась, собственно, читала об этом всем. И ну, как-то странно, я еще пока не заходила. Вот так он выглядит. Дети по разным углам, чтоб не дрались. Нормально, в кроссовках. Стильненько. Кожаная курточка. Шикарно. Не, я куртку сниму. Да? Мне же еще платок надо. Как его поделать? Модно, голка. Как его поделать? Ну как его одевать? На голову. Ты сказал, что мы поедем этим классом. Костя сейчас приедет. Такой веселенький, да? В цветочке. Ой, Аленушка! Несе Галя воду. У меня ответственная миссия. Я подготовилась в юбке длинной. Единственная нашла, и то это не совсем моя юбка, скажем так. Так сказать, не совсем моя. Вот так и будешь ходить на работу, на працю. Так как у меня ничего не длинного. Вообще вот это вот еле колено прикрывает и все. Но это только пляжный платок, это что же морской. Так как других я не имею. Но кофта вот, как бы, я не знаю, она просвечивается или нет, но другой я нет. Не нашла. Такой подходящий. Пуговицу застегни. Пуговицу? Да. Так крестика ж не будет. Ничего. А тут есть вот крестик? А, есть. Вот это может убрать назад. А это, кстати, крестик еще тот, с которым меня крестили. Вообще, ему сколько лет уже? За 30. Не будем уточнять, сколько за 30. Все и так знают. Насколько далеко за 30? Ну, в общем, как-то так. Так что надо застегнуть, а тут ничего не видно. Вау, такое. Такая миссия у меня переживательная прям. Я уже готова.
везде украинские флаги. Кафешечки. Это пиво? Пиво. Слушай, вот такое надо было Максу подавать там. Так мы тут разве были? Мы тут и не были. Мы из одного храма идем в другой храм. Пивной храм. Нам салфеток не принесут? Ну, она в тарелке, они будут. А у меня есть зубочистки, зачем тебе салфетки? Мама ее потеряла. Бери. Салфетки я нарушаю. Да? Ну, чистки. А что было интересно? Деревья как-то. Там не пальцы обрезали, все в порядке. Господи, ну что? А что, шо, это когда салфетки? Пробание. Да кушайте, кушайте. Им типа ничего не это. И буквально через 5 минут приезжает парковочная проверять. Думаю, интересно, сдал или просто совпадение? Не, сдал 100%. Не, они пофоткали, они те. Ну, конечно, сейчас вам порежу. Я вам порежу. Я тоже получается, что его заказал. Выбирал, выбирал. Да, да, да. А заказал то же самое. Сюда надо приехать с ночевкой. Да, я же вам говорю, как в пятницу до воскресенья приезжайте и отдыхайте. Когда полно людей попросить? Я тебе сюда. Ну, что делать? Давай, ам? Вадюш, тебе тоже? Как? Давай тебе дам. Сейчас я маленький. Все? Да, вчера. А время с машины приехали. Серега просто там два пива выпил и принял. Только вилочку. Не, мы с помощью после дома домой, если ты на машине. Да, там. Нет, он не мог. Дай, Вадюш, пусть мясо. Они нам остановились, другой помогли. 6 часов, с утра на постановлении были у них. Что? А, не в 6. Шесть. А, ну не я пробую. Давай, пробуй. Хочешь, она обрадовалась. Он обрадовался, это более горячий одуй. Да, да, да. Он поначалу так немножко взрывался, но я видел четко, что он там так, вообще. Вот это, наверное, вообще огонь. Я просто мало не. Давай огонь. Не прямо огонь? Не-не-не. Мишку дали. Мишку? Да. Прямо огонь? Наш хрен. Наш хрен. Как я сказал, что мы. Ну так что, огонь? Не, хорош. Не сильно такой пекучий. Я нашелся там. Пошли покушали, кило. А как-то вот когда у нас это закончилось, как-то тут дома. Хотим подарить подарочек Милаше, все-таки сегодня такой день запоминающийся, чтобы у нее он запомнился. Я смотрю, у меня ушки не проколоты. Я думаю, это девочка, они будут проколоты. Да, давайте выпьем за Милашечку еще сегодня, за такой праздник. Для нас всех, да. Спасибо за доверие такое. Людей просто тьма. Я на секунду отвернулась, просто на секундочку сфотографировать, поворачиваюсь, уже никого не вижу. Думаю, где мои? Уже звонить собралась. Смотрите, за мной лошадки. Да? Да.
мы меняем наряды. Мы сначала в одном наряде, теперь в другом. Ехать будем в третьем обратно. Как классно, да, детки идут за ручку все. Угу. Кстати, мой одноклассник. Где-то там. Да, впереди с коляской. Мой любимый парк в Пражском граде. Я люблю тут гулять. Мы тут так редко бываем. Ну, как редко, раз в год точно бываем. Уже третий год подряд мы в этом парке. Класс. 19, 20, 21, 22. Четвертый год. Четвертый год подряд. Супер. Ну, тут только все начинается. Мы были когда летом, все это цвело, о, эти все цветочки, фонтанчики. Обожаю этот парк. Ну, сейчас, конечно, тут не так красиво, когда по сравнению вот с именно летом. Сейчас май месяц, в мае еще так не расцвело все. Насыщенный сегодня получился денек. Мы уже дома устали просто ужасно, но зато столько эмоций, столько впечатлений. И сегодня очень особенный день. Я стала крестной мамой впервые. У меня теперь появилась доченька, крестная доченька. И это такое событие вот в жизни. Я прям к этому так морально готовилась. И все так идеально сегодня получилось. Все так замечательно. И это дочка моего одноклассника. Вот кто бы мог подумать, что в Праге мы встретимся, мы станем кумовьями. То есть, ну, как бы мы... Он живет не в Праге, я тоже живу не в Праге, и получается, что это просто так мы договорились, да, что именно в Праге они будут крестить ребенка, и мы там встретились. Но вообще мы встречались здесь у нас в Брне. Вот, и просто вот кто бы мог подумать о том, что спустя там сколько лет, 15 лет после школы уже прошло, да, в этом году 15 лет, мы, кстати, думали еще собираться или нет, но война решила все за нас. И вообще вот, я так думаю, события мои в жизни, боже, что я тут делаю, мои события в жизни, вот у меня муж, мой одноклассник, у меня кума, которая крестила моего младшего ребенка, моя одноклассница. Я крестила дочку своего одноклассника. Насколько вот мы были дружным классом и остаемся сейчас дружны между собой, спустя уже сколько лет после школы, уже поменялось в жизни миллион раз все, и оказались здесь, в Чехии, и мы понимаем, что мы будем здесь жить, по крайней мере, определенное количество лет, да, и теперь мы прям родственники. День сегодня был просто шикарный, погода была просто супер, солнце, жара, сегодня у нас 14 мая, надо запомнить прям этот день, записать в календаре и поздравлять с этим днем свою крестницу, так что вот так, вот таким событием с вами делюсь. Такой вот выдался сегодня день. Так что всем спокойной ночи, всем удачи и всем пока-пока. Ставьте лайк и подписывайтесь.